Иринка вам. Привет, друзья! Сегодня у нас интересный день в Англии, и я веду для вас прямой репортаж с улиц нашего города Лидс. Сегодня играет финал футбольная команда Англии с Италией. И я думаю, мы можем много чего интересного увидеть и услышать, а там вы уже слышите. Английские болельщики, мне хочется посмотреть, как такие масштабные мероприятия здесь отмечаются, какая происходит движуха. Сейчас полчаса до начала матча, и народ, конечно, уже разогрелся пивом и не только, потихоньку начинает сходить с ума, хотя мне уже докладывали, что даже с утра и днем здесь происходила движуха, и меня предупреждали, чтобы я была очень аккуратна, потому что одной девушке в такой день, в такой вечер, в такой момент опасно выходить, так как, если Англия победит, все будут веселые и радостные. А если Англия проиграет, начнется бардак. Поэтому предупрежден, вооружен, я постараюсь буду быть аккуратным, на рожон никуда не полезу. В паб не пойду, я пойду сейчас на площадь, где будет большой экран, где соберется огромная толпа людей. И буду смотреть футбол вместе с ними, заодно снимать для вас детали. На Фейсбуке в группе русскоговорящих я задала вопрос. Ребят, подскажите, какое место можно пойти, посмотреть футбол, выпить пиво и проникнуться английской атмосферой, чтобы посмотреть на англичан? У меня была цель найти, узнать про крутое заведение от бывалых. А ответы были такие: ты чё, девочка, куда собралась? Все места уже забронированы неделю назад. Покупай пиво и сидим дома. Но они же не знали, что меня интересует контент. И какая разница? Окей, сегодня пусть занято. Подскажите, какое клевое место, чтобы туда прийти завтра, послезавтра, с гостями города, с друзьями. Местами в городе густо, а здесь сейчас пусто. Нашла тихий скверик и хочу дать вам послушать, что мне порекомендовал мой коллега по цеху, блогер из Лондона. Он ведет футбольную, спортивную рубрику. И человек, как бывалый на этом острове, дал мне наставление, рекомендации, как блогеру и девушке. Если одна пойдешь в такой матч, то вероятность того, что Англия проиграет, довольно высока. Вот, поэтому смотри, остерегайся скопления людей, которые в худи и не очень веселого вида, потому что это Лидс, группировка Лидс Юнайтед, фан-группа, они считаются одни из самых агрессивных, там они третьи по массовости, по уровню агрессивности, вот, поэтому смотри внимательно, но лучше бери с собой мужиков, вот, и все будет хорошо. Вот, добавил тебя в друзья, ну, блогеры должны содействовать друг другу, помогать, я так считаю. Вот. Если что, нужна будет помощь, совет, спросить там про футбол в Англии. Мы тут на этом уже собаку съели, поэтому обращайся вообще без проблем. Ну давай, успехов, успехов. Такой чудесный человек. Очень было приятно, когда посторонний мужчина, блогер, не только написал мне личное сообщение, даже записал голосовое, чтобы, наверное, четче и ясней мне сюда вдолбить, что нужно быть аккуратненькой и кого остерегаться. Виктор, шлю тебе привет, если смотришь этот выпуск. Было очень приятно познакомиться. Вот тема футбола нас в чем-то сблизила. Я надеюсь, что мы когда-нибудь пересечемся. Я доберусь-таки до Лондона когда-нибудь. Пока записывала, на меня обратили внимание парни, потому что, смотрите, видите, у меня на телефоне какая чудесная наклеечка. Ту-ду-ду-ду-ду. Ютуб-блогер, который меня инициирует, чтобы люди тоже знали, что я записываю и для чего. Ну, либо подходили и общались. Тем не менее, хочу заметить, что в городе есть свободные рестораны, полно места, чтобы куда-то с кем-то пойти и потусить, если вы не смотрите футбол. Я проходила мимо одного заведения, солидное, вообще 3 человека за одним столиком, а помещение огромное.
Итак, я пришла на площадь, где обещали сегодня показывать футбол. Я ожидала, что народу здесь будет очень и очень много. Пока что здесь я вижу рекламу. Тем не менее, с пабов доносятся интересные крики. Мне кажется, я не туда пришла. Мне не то место посоветовали. Я ожидала большое количество людей на площади. Кто захочет наслаждаться хорошей погодой, закатными лучами солнца. И здесь большой компании. Стою напротив сети английских пивных пабов. И я думала, что этот паб будет полон. А нет. Там никого нет. Я очень сильно удивлена. Там, где никого нет, значит, туда идти не стоит. А там, где кто-то есть, туда не влезешь. Создается впечатление, что проще пойти в свой район, в районный паб. Там точно дадут тебе войти, либо рядом постоять. Ну, смотреть на улицу тоже можно. Смотрите, народ как-то справляется. Стоя тоже можно. Сейчас встретила уличного певца, который готовится выступать, что-то пишет на доске у него. Там стоит терминал, по которому смогут оплачивать донат. И что же получается, что он готовится это делать после матча? Здесь будет много народу. Please don't say that we'll never find a way. And tell me all my love's in vain, Layla. You got me on my knees, Layla, begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my way, man? Сам по городу погуляешь, все найдешь. Ну, давайте пройдем. Может, мы с ними тут и потусить? Вот это интересно. Это видео. You can say something for Russian viewers. It's for YouTube channel. Right. You have a good night in Russia. Okay. We are winning, and we are sorry you got knocked out. Have a good night. Cool. Thank you. Good letter. Come on, England. What's your YouTube channel? Hmm? Can I know your YouTube channel? Vitellaro. V I T L A R. You. Yeah. Thank you. If you want, you can say something for Russian viewers. Russian viewers? Yeah. Yeah, vodka. Vodka! One of the famous words. What's your YouTube name? It's my name, Irina Vitellaro. Ah, you're from Russia? From Russia. Oh, that's cool. You're from? Latvia. Латвия. Говорю по-русски. Вот тут полно людей, говорящих по-русски. А вы на YouTube снимаете, да? Да, для YouTube. Вот попал на YouTube. Ничего. Да-да-да. А какой у вас канал? Ирина Витилару. Так, я думала, тут буду какой-нибудь хулиганский футбольный контент снимать, а уже трем людям говорю название канала. Вот так вот и становятся знаменитыми. Много подписчиков. Ну так, чуть-чуть. Набираем. Чем вы занимаетесь? Я всем. Если хотите, можете подписаться на мой канал. О, я блогера встретила. Handle cars. Я вот так вот запишу, ребята, да. Подписываемся. Вот так вот происходит коллаборация. Приятного просмотра. This is England. This is England. You put it on England. My face. Put on my face. You want yeah. Lovely. Oh, that's fun. Don't put it that. That's just, she's putting in my face. Oh my God. It's going up. It's going up.
like and subscribe. When the rain is pouring on your face and the horn is on your case, I would offer you a warm embrace to make you feel my love. То, что мы видели, это, конечно, клёвенько, скопление народа, но я хочу видеть англичан, а не ассорти из нации. Поэтому я ушла вообще к железнодорожному вокзалу посмотреть, что там. Там тоже есть пабы, в центре все забито, туда никуда не войти. Я спросила в нескольких местах. Жду гол. We're right now we're rooting for England, but we're drawing. Yeah, we're one. Shaw's been amazing, and Henderson. Henderson. Come on. Yeah. KP for Yorkshire. KP for Yorkshire. Bum. Oh, I know what you're gonna mean. Gives him an F. Fun. Fun knows what his name is, but he's gonna get in, and Foden. That's it. Foden. Wait for Foden. After Foden. And what else? We'll be fine, mate. We'll be fine. Trust me. Yeah, he's coming home. It's absolutely coming home. My nana's coming home. It's coming home. My nana's coming home. It's coming home. It's coming home. My nana's coming home. It's coming home. Oh, she's vlogging. Bye. You'll have to tag us. My name's Amber Price. Yeah. Ella. 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 Ella O'Connor. Where are you from? Leeds. Leeds. Huddersfield. England is coming up, football is coming home. Football is coming home. Thanks, ladies. Come on! Охранник меня предупредил, что будь аккуратна, если хочешь, можешь зайти внутрь этого паба, поснимать, подняться на второй этаж. Менеджер разрешил. Он говорит, будь аккуратна, не перекрывай никому экран, но если тут будет гол не в ту сторону, либо еще что, будь осторожны, потому что могут быть проблемы. Я села на скамеечку и ждала, что когда будет какой-то гол, какой-то экшен, уже 1-1, закончился второй тайм. Блин, подходит ко мне пакистанец, спрашивает, что ты... Я такая, что? И тут прям налетает на меня его второй приятель. И говорит, что я снимала их, я обязана удалить все файлы. Фотографирует меня на свой телефон. Господи, я уже даже забыла, что он у меня... Что он мне там говорил? Короче, я ушла. И думаю, может вообще пойти домой, чтобы не схлопотать еще вот кого-нибудь, какого-нибудь кукукнутого. Теперь я буду думать о том, что меня он сфотографировал, и они меня будут искать где-нибудь на улицах, а меня здесь... Можно будет встретить. Больные люди. Что-то он сказал, что у него там с расизмом. Я опешила, я не все успела понять. Там девочки эти подскочили, которые вот, которых вы видели. Охранник подошел. There is no one that'd dry your tears. I would hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet. I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met, yeah. No doubt in my mind where you belong.
пару минут после пенальти такая вот атмосфера грустненькая, но пока спокойная, надеюсь. Нам надо до дома добраться еще. Много полиции. Вообще сегодня было много охраны на входе в пабы, рестораны. Вот, кстати, где я была, в том месте, ну, внутри стоял один. И вот, вот не досмотрел, когда ко мне пакистанцы прилипли. Я сегодня здесь встретила русскоговорящих ребят, но они не хотели быть в кадре. Поэтому я примкнула к ним, спокойно досмотрела матч. Подождала, пока пройдет гроза, все разойдутся, рассосутся. И теперь сама тоже двигаюсь домой. Ну, на самом деле, тут столько везде битого и стекла, какая-то молодежь бегает. Так, немножко стрёмненько, я еще такая яркая, красивая. Уже начало 12-го. Все нормально будет. Ирка доберется до дома. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Включайте уведомления, чтобы не пропустить следующие выпуски. Я теперь с клевой помощницей, она мне поможет делать ярче и интереснее видео. Жду ваши вопросы, комментарии. О-о-о. Мы должны посмотреть это, да? Так, бочком. Помойки все повалены. Молодежь буянит, бьет бутылки. Я иду домой по центрально освещенной трассе. Мне навстречу идет куча молодежи. Они, я так понимаю, идут из местных пабов в центр гулять, куролесить. Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Кто-то на работу, походу, не пойдет. Знаю, что где-то там позже начинают учиться или работать. Но для меня лучше идти домой. Схорониться там. Какая-то там молодежь опрокидывает ограждение, вот эти вот шашки треугольные, мусорки, знаки по дороге. Так, свою агрессию проявляет, баловство. Родоначальники футбола ждали победу. В другой раз приходите, как говорится, еще раз. Как символично, Англия проиграла Италии. Сегодня нам обещали дождь, но его не было целый день, и он пошел именно сейчас. Сейчас мои кудряшки раскрутятся. О нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Вот, друзья, ваша Ренька в целости и сохранности вернулась домой после футбольного матча в Англии, в городе Лидс. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя прогулка. Всем желаю любви, тепла и добра. Скоро увидимся с вами. Пока-пока. Бай-бай.